В ноябрьске прошла внеочередная конференция местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия». Главным вопросом конференции стали выборы кандидата от партии на должность председателя городской думы. В бюллетене внесли фамилии двух претендентов – действующего заместителя председателя городской думы Артура Коломийца и депутата Сергея Антонюка. Процедура голосования не заняла много времени, после чего и были объявлены результаты. Из 57 бюллетеней 7 оказались недействительными, 5 голосов за Сергея Антонюка и 45 за Артура Коломийца. Уверен, что та линия, которую избрала партия по проведению политики в регионе, в городе, будет поддержана и депутатами, и теперь уже вами, как в настоящий момент кандидатом на пост председателя. Еще раз поздравляю вас. Я действительно выражаю вам признательность за оказанное доверие. Но сразу хочу сказать, что особых-то перемен, честно говоря, ожидать трудно, потому что я являюсь заместителем председателя городской думы, часто исполняю обязанности председателя, поэтому и дальше буду делать все возможное и невозможное для блага нашего города.